Здравствуйте, это канал Максимадзе, это GTA San Andreas The Definitive Edition. И давайте мы взглянем на вот этот трэш на дороге. Что это за... Как такое возможно? Как может растение расти из дороги? Что за бред? И из асфальта, из тротуара. Ну что это? Как такое можно было допустить? Я не знаю. Street Games, конечно, не очень-то опытный. Я просто офигел, когда увидел это растение. Но, к счастью, есть модеры, которые умеют исправлять баги, как минимум, не хуже разработчиков. Короче, я угнал из этих краев фургончик вот этот. Мне он очень нравится, и я его собираюсь перекрасить и поставить себе в гараж. Блин, даже через стекла видно сиденье, что там есть внутри. В оригинале не помню, были они или нет. Этот бирюзовый цвет мне не очень-то нравится, поэтому перекрасим какой-нибудь белый или синий, например. Нет, не годится. Лучше, но не годится. На этот раз еще хуже. Ненавижу розовый цвет. Ну ладно, сойдет. Хотя давайте еще раз. Вдруг белый цвет будет. Белый самый лучший, я думаю, цвет. Синий не очень. Опять розовый. Нет, красный. Но мне надо белый. Как жалко, что здесь нельзя выбрать конкретный цвет. Только рандомный. Во, вот это другой. Вот это другой разговор. Поехали. Вот это вообще другой разговор. Поехали, отведем его в гараж. Если мы сразу, если на задание поедем, фургон просто возьмет и исчезнет. А нам этого не надо. Просто загоним его в гараж. В гараже даже что-то есть, в отличие от оригинала, блин. А поедем мы на автомобиле райдера. Надеюсь, он не против. Никто ругать нас за это не будет. Мы едем к Смоуку. Сегодня задания будут у него. От него. Обалдеть, почему здесь балласы? Я не понимаю, кстати, почему Смоук живет на территории банды Баллас. Почему Балласы не поджигают его дом и ничего там не палят? Странно очень. OG Lock. О, Джеффри был просто под стилкой последние 3 недели, да? Да. Эй, о, здорово, Си Джей. Как дела? Ты в тюрьму хочешь? Че? Да, нам надо забрать Джеффри. Он сегодня откинулся. Хочешь прокатиться? Да, конечно. А за что его посадили-то, кстати? Поговорим об этом по дороге. Погнали, мы опаздываем. QE можно не нажимать, можно просто смотреть. Рад с тобой потусить, братан. Прости, что резок так будет. Кстати, Джеффри, он больше не Джеффри. Он теперь OG Lock. OG Lock? Да, он теперь у нас... Офигеть, какой гангстер. И что он сделал?
Да, делал все, что мог, чтобы не попасть в тюрьму для карьеры. Угонял тачки, штрафы не платил за парковку и так далее. Кстати, можно заметить, что я поставил мод на другой перевод, потому что перевод от 1С не очень. Биг Смок это паровоз, Свит это красавчик, что это за фигня? Я решил поставить другой перевод, где нормально, но, к сожалению, там есть мат. Извините за них, читать их не буду, конечно же. О, вот он наш дебил. Ты только глянь на него, а. Понтуется прям такой крутой, как будто. Этот клоун всерьез ничего не воспринимает. Оу, Джеффри, как оно? Эй, не называй меня Джеффри, я теперь OG Лок. А, да, извини. Ну ты в порядке, брател? В порядке? Да знаешь? Эй, чувак, расслабься. Ты что делать-то вообще будешь? Я должен убить одного мексиканца. Он киданул меня. Эй, Джеффри, а я думал, ты пойдешь в колледж. Да я fuck you. Этот мудак у меня райнбук забрал. Он живет в районе Флорис. Дайте мне пушку. Да, хватит фигню нести. Полезай в тачку, блин. В колледж. Да, вот это... Вот это смешно, да. И чё теперь, гангстер? Ты теперь свободный человек и все такое, да? Да я не совсем свободен. Меня инспектор по УДО украл. Кое-чё. Что ж, могло быть и хуже. Я буду специалистом по клинингу. Ты скоро попом земли станешь, блин. Ты лишь ступенька на пути к власти, блин. Блин, дождик. Я не люблю дожди. Дождик красиво сделан, но я его не люблю. Хотя многие поспорят, что не красиво, потому что, ну, да. В принципе, я даже примерно согласен, потому что особенно ночью. Ночью. Он выглядит так и на глаза начинает давить. Этот дождь. Это просто раздражает. А, вот все, доехали. Нам сюда. Но это же район Вагасов. Да и пофигу, я гангстер. Ладно, дадим Локу разобраться с этой фигней. Я пойду с Джеффом, то есть с Локом. Ладно, давай, увидимся на районе. Кстати, какого-то фига у Оджи Лока шапка из бета-версии игры. Какого фига? У него черная вообще шапка должна быть. А ну выходи, Фредди, я пришел за тобой, тыгом. Эй, Лок, погоди. Джеффри, ты меня неправильно понял. Это было только в тюрьме. Мне тут так хватает своих. Мне не нужна твоя костлявая жопа. Не слушай его, Си-Джей. Фиг знает, о чем он говорит. Ну-ка верни мне райнбук. Я гангстер. Милый, ты, кажется, мыло уронил. Я ничего не знаю ни про каких майнбуках. Эй, он собирается свалить. Эй, Лок, вернись. Ты что, офигел, что ли? Не мешай, Диджей. Надо репутацию защищать. Ууу, не поймаешь, не поймаешь. Нет, у него реально голос какой-то бесклявый, точно. Кстати, Вагасы поменялись, смотрите, у них футболки оранжевые бывают, бывают черные. То, как в оригинале они... Майки, точнее, не футболки. То в оригинале они были белые. Давай, милый, я начинаю терять терпение. Вот, видите, вот с оранжевым только что был. Так, я люблю шустрые задницы, а ленивых не терплю. Слишком близко к нему подъезжать не стоит, а то он здоровец нас снимет. И я пробовал, кстати, стрелять по нему, он не хочет умирать, пока мы едем. Какого фига у него шапка из бета-версии, я не понимаю. Есть мод, который исправляет это дело. Ну, чтобы полностью посмотреть, как именно сделан ремастер, я, наверное, пока ставить не буду. По крайней мере, пока. Я имею в виду.
Поймай меня, если сможешь. Что это за говно там валяется на дороге? Я что-то не знаю. Явно он нас в ловушку заманит. Эй, сюда! Блин. О, Джеффри! Блин, ты чё развернулся-то? Вау, вот это прыжок. Жалко только, что задели забор. Ну и пофигу, фиг с ним, абсолютнейше. Ты же знаешь, как я люблю догонялки. Баласы. Велосипед этот всегда на дороге валяется. От него, если у него врезаться, споткнуться можно. Да, точно. Эй, какого черта? Кто меня убил сейчас так быстро? Так, попробуем еще раз. В этот раз подъедем немного с другой стороны тут. Потому что что-то они меня постоянно убивают. Что, надо обязательно туда подъехать? Все. В этот раз он в белой вообще майке был. Си-Джей, ты главное не мочи. Тебе одиноко было, Лок, да? Эй, мне самому нравятся симпатичные усы. Мне скрывать нечего, в отличие от вас, фальшивый дебил. Ладно, погнали обратно на Гроув-стрит. Не-не, мне надо появиться на этой сраной работе. Ну, тебя подбросить? Да? Конечно, поехали. Отвези меня в бургершот. Все восхищаются, как я прибираюсь, блин. Все отмою, как суперагент. Да, закруглялся бы ты уже с этим дерьмом. Посмотри на себя, гора мышц и так далее. Да, у меня бицепс 17 дюймов. Ты мог бы и получше накачать. Я это делал в тюрьме. Да, прям как гангста, блин. Фредди тут всегда в разной майке появляется. Может быть в черной, может быть в оранжевой, может быть в белой, как сейчас. Ух, много времени мы на эту миссию потратили. Дурацкая погоня. Спасибо, что подбросил, Си-Джей. Всегда буду рад тебе. Конечно, увидимся. Будь польщен.
Так, ладно, погнали к Смоуку. Чик-чик. Ну, капец, на одну миссию целых 20 минут потратил. Ну, у вас, конечно, будет меньше, потому что я там много чего вырежу. Повторную погоню, естественно, тоже обрежу. Но все же, выпуск может быть многовесящим. Running Dog. О! Козлы. Йокал, увидимся. Какого фига они тут забыли? Дебильные копы. Да эти заразы ведь никак не отстанут, задолбали меня. Думают, что я типа мистер Биг или что-то еще. Но я им нифига не сказал. Я на все готов ради своего братана, Карл. Да, как скажешь. Сам знаешь, банда важнее всего на свете. Ты с банды, да? Да. Слушай, моя кузина из Мексики приезжает. Надо съездить, собрать. Ладно, погнали. Во, видите, Биг Смоука написано, а не паровозы. Другое дело абсолютно. Так, зачем мне Эмит? Ни одного выстрела хватит. А я-то тебе зачем? Да так, просто чтоб не скучно было. Да? Да, да, успокойся, не нервничай. Твоя кузина из Мексики приезжает? Да, мы с ней давно знакомы. Очень давно. О, ну ты несешь какую-то чушь, Смоук. Эй, Карл, не высказывай мне преубеждения. Для меня все кузены и кузины. Окей, вот и моя кузина Мэтт. Прям свежая, только с грядки. Давай тормози, говорить буду я. Блин, я должен был догадаться. Эй, Хосе, я есть Эль Грандо Смоукио. И мне нужна та травка, компрейде? Эй, fuck you, каброн. Чё? Вот это ты зря. А ну гони сюда, Эль Травоко. А то я твои мозги размажу. Я трахлую мать. Пендеху. Сейчас я им сгревлю. Давай, Смоук. Да-да-да-да, этих мудаков. Вот я, мадафака, Биг Смоук. Запомните мое имя. Нельзя упускать его. Ух, он твой, я больше не могу. Да, если, кстати, начать атаковать Смоука, ударить его, он по нам стрелять будет. Именно в этой миссии, если подойти и начать бить его, он нас будет стрелять и даже замочить может. Это очень легкая миссия, нам всего лишь нужно сделать кое-что интересное. Только надо от вагосов оторваться сначала от этих. Чтобы не тратить свои драгоценные патрончики, просто оббегаем туда, не попадаясь никому из банд на глаза. Он же отбегать тут будет. Целый поля, блин, я опять ничего не вижу из-за черного экрана. Блин, как жаль, что кузина вот эта Биг Смоука, это наркота. Просто стоим и ждем здесь. Эта машина приехала забрать его. Ждем, когда он подойдет к ней, и мы выстрелим просто в бензобак и все. Бумс! Вот как все просто. А заодно еще и папки чуть-чуть получили, и пистолетик.
Так, едем снова к Смоуку. О, балласы, как я их ненавижу, они колесо прострелили. Сейчас будет одна из самых сложных миссий, по мнению игрокам. Но чтобы пройти, надо просто знать, как проходить. Просто надо знать, на каком расстоянии держаться. Ну, сейчас все поймете. Я думаю. Wrong side of the tracks. Эй, Карл, ты ведь без дела не сидишь, да? Ну вы же меня знаете, офицер Тенпенни. Да, я все про тебя знаю, Карл. Все знаю. Не трогай меня. Поросячий мадафак. Все правильно, Карл. Мы следим за тобой. Да, и мне пофигу, знаете ли. Мы следим за тобой, Карл. Мазафакеры. Что такое, брат? Это ты мне скажи. А, да, да, да. Задолбали уже. Вечно нос свой суют. Ничего нельзя сделать, чтобы Тенпенни не влез. Фиг с ним. Да, наверное. А чё вообще? Да, думал покататься. Наша троица шлепнула про какую-то банду, которая нам поможет. Ладно, я в деле. Ну и куда нам смог? Юнити, станция Юнити. У Смоука меняется машина. Почему? В прошлой миссии был номерной знак спереди, сейчас его нет вообще. Причем, по-моему, на бампере вообще висеть должен, а не на решетке радиатора. Это очень странно немного. Ну и что мы ищем, Смоук? Братва Влага встречается с пацанами из Сан-Фьерро Рифа. Решили что-то вместе замутить. Сан-Фьерро? А я думал, мексиканцы севера не тусят с латинцем. Черт, подловил. А вот и они, кстати. Мадафаки, они нас заметили. Надо завалить этих. А, еще с зелеными штанами они есть. Давай, за поездом. Эту миссию в ремастере стало проходить намного легче. Сейчас вы сами поймете, почему. В оригинале я рекомендую вот на таком расстоянии от них держаться, на такой дистанции. Но в ремастере миссия эта проходит вообще с легкостью. Держимся на том же расстоянии, по крайней мере, я так рекомендую. К этой тачке близко не подъезжаем. Остался один, прикиньте. О, встречный поезд. Все, надо валить, пока копы не подтянулись. А в оригинале, чтобы это... Ого, вот это надо забрать. Погнали. Всегда так было, да? Чего всегда так было? Все наперекосяк из-за наркоты, да? А ты как сам думаешь? Да без понятия, вот и спрашиваю. Эй, спрашиваю мудреца, спрашиваю дурака. Но ведь я так и сделал. Ну что ж, если ты решил перейти на личности, я базар сворачиваю на это. А в оригинале надо обязательно через этот туннель проехать и там еще за городом покататься. А здесь они валятся вообще с легкостью. Эй, лучше бы ты не светился, Си-Джей. Мне не надо, чтобы эти чуваки из Краш втянули тебя в эту фигню. Ладно, братан, будь поосторожнее. Увидимся. К сожалению, в этом переводе не исправили кое-что еще. Почему Краш это труп? Краш это аббревиатура такая.
я не помню, как расшифровывается, но это общество против уличных хулиганов. В реальной жизни есть такое подразделение полиции. Ладно, погнали, у нас есть еще одно задание. Just business. Вот, опять номерной знак появился. Эй, Си-Джей! Братан, здорово! Чем занят, Смоук? Отдыхаю. Может, покатаемся? Да. Ты поведешь? Едем в деловой район. Пусть это будет не очередным занятием этих коп. Нет, это строго для наших братанов. Скажите, как есть, Си-Джей. Мы можем нехило влететь, дружище. Ты о чем, Смоук? Куча всякой фигни скоро случится, Карл. Всеми возвращаются в тему. Баллы сыдаркают Крэг, а русские, которым нечего терять, начинают по льву. Русские? Мне всю жизнь говорили бояться русских, а я ни одного русского и не видел. А потом железный, блин, приехал занавес, поднимает, и мы типа друзья все. Не успеешь оглянуться, как мою родню какие-то русские приезжают и мочат. Да, в натуре. Слышь, Карл, прежде чем я туда войду, я должен знать, что ты меня поддержишь в этой фигне. Биг Смоук, мы же столько вместе пережили, мы же Гроу. Вот это я понимаю, мой братан. Короче, как слышишь по льву, сразу бегаешь шмаля из всех стволов. Я в деле, братан. Эй, дорогуш, тебе составить компанию? Мадафакеры! Си-Джей, давай, вали их. Вали этих мадафакеров. Биг Смоук, ты сделал большую ошибку. Аккуратнее, Си-Джей, они взбесились. А почему у меня этот... почему у меня эта пушка? Я же взял ПП. Блин, он исчез. А вот еще один. Ой-ой. Это было рискованно. Давай, Си-Джей. Пора отсюда валить. Так, берем броню, потому что... У меня заканчивается здоровье. Это был... Просто это была попытка взять оружие, это. Не отходи ни на шаг, Карл. Голову не поднимай, пули так и свистят над головой. Биг Смоук, вы со своим дружком подохнете все. Как он уважает меня. Пора вернуть должок, садись. Отлично. Раньше Биг Смоук сидел сзади, теперь я сижу сзади. Си-Джей, это так классно. Уж я-то лучше тебя стреляю, однозначно. По крайней мере, в оригинале. Давай, стреляй по грузовику. Почему мы стреляем из Тесса? Или это не Тесс? Как он там называется? Почему не из ПП? ПП гораздо эффективней. У этих русских же так много ПП было. Ну чего ты встал? Едь давай, я путь расчистил уже вам. Ты чем думаешь, Смоук? Этот же канал в тупик идет. Ну и пофигу, нам надо оторваться от них. Я знаю, как выехать прям в Гроу-стрит. Старый конвенционный коллектор. Ох, ну ты даешь вообще. Блин, грузовик догнал.
Откуда у тебя столько негатива, а? Сосредоточься на хорошем. Например? Например, на том, что мы пока живы. Тут коробка накрылась, толком не разогнаться. Ну и на ком теперь негатив, а? Ладно, больше базарить не буду. Ох, ё-моё. Да, они не ест, вышли. Давай, держись. Двигай давай наверх. Нас еще мотоциклы на хвосте. Давай, кончать мыть, вали их сколько сможешь. Объезжай. Да, пофигу, мы по маршруту поэтому поедем, по живописному. Ой, что такое? А. Жритесь, мадафакеры! Молодца, СиДжей, вот мы и внутри. Блин, я просто ненавидел этот туннель, когда был маленький. Свой надеться будем потом. Отлично, эти бачки задержали. Давай разделимся. Пройду еще квартал и брошу. Но это был пипец. Да, точно. Нельзя тут торчать. Пока, братан. Такие вот сегодня задания были от Смоука. Они немного были странные. По-моему, даже не в пользу банды, а больше похоже на игру какую-то, которую ведет этот человек. Биг Смоук. Собственно. Ладно, на сегодня все. С вас все за с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.